Почта России с 1 сентября перестанет принимать заказные письма, бандероли, посылки без предъявления отправителям паспорта. Об этом ведомство сообщило на своем портале. Правила утверждены приказом Федерального Минцифры от 17 апреля нынешнего года. Согласно ему, принимать регистрируемые почтовые отправления с 1 сентября будут при условии идентификации отправителей или их представителей. Это будут делать по документу, удостоверяющему личность, через единую систему идентификации и аутентификации или другим способом. При этом есть альтернатива – сервис «Простая электронная подпись». Его можно подключить для оплаты отправления онлайн без документов.